Здравствуйте. Рад вас приветствовать на Саратовской земле. Они впервые в Саратове и, возможно, останутся здесь навсегда. Переехать из Украины Артем и Ольга решились месяц назад. Говорят, долго не думали. Как только на территории Донецка стали стрелять, иногда и по мирным жителям, бросили все и уехали. Когда начались военные действия, пришлось удержать. Собрали последние деньги на поезда. И ехать оставалось только в Россию на заработки. Потому что страшно там жить. Сначала отправились в Сургут. Там помогали знакомые. Но когда они продали квартиру, пришлось искать новое место жительства и Артему с Ольгой. В интернете познакомились с саратовскими активистами и решили, едут. И хотя здесь делают только первые шаги, уже думают, как забрать сюда родных. В Украине родители. Вот хотелось бы их оттуда еще забрать. Просто очень переживаю за них. Вот как бы страшно, что там может быть война. Страшно их там оставлять. Хотелось бы их тоже оттуда забрать. Там их много, у меня 3 младших брата и мама с папой. Едва сошли с поезда, после 2 дней пути стали отзваниваться родителям. Говорят, переживают каждую минуту. Там, на родине, сейчас опаснее, чем в горячих точках. Что происходит там у вас? Стреляют. Что еще? К нам только так отзвуки доходят пока. Ну вот недавно в Донецке даже вертолеты летали. Была стрельба прямо в центре по Артема. Не помню, все с Артема, по-моему. Там перегородили, 106-е не ходили у нас. Они уже надеются получить гражданство. Правда, действовать придется по старой схеме, говорят юристы. Сначала оформляют временную регистрацию, а после года в России вид на жительство. Уже тогда смогут получить гражданство. Упрощенной процедуры как таковой сегодня нет. Программа была принята, но еще в настоящий момент не существует, так скажем, механизма ее как бы реализации в жизнь. То есть наши как бы органы еще не знают, как до конца ей пользоваться. То есть вроде бы сказали о том, что есть упрощенная система, но, увы, ее пока в настоящем время нет. Артема и Ольгу активисты устроят в Ртищево. Там для них уже подготовили жилье. Молодые люди в Украине специализировались на отрасли железнодорожного сообщения и надеются в Ртищево получить работу по профессии. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.